Накал страстей на поле и эмоции болельщиков. В Махачкале завершился первый розыгрыш Кубка Национальной футбольной лиги. В финальном матче встречались команды из Казбековского района и Южно-Сухокумска. Атмосферу игры придает наш корреспондент Курбан Рагимов. Ура! Поздравляем, друзья мои! Всем желаем хорошего матча, хорошего настроения! Казбек против Нефтяника. Эти команды не были фаворитами турнира, но своим желанием и упорством добились права выйти в финал. В эти 50 минут решается судьба первого кубка НФЛ. Цена ошибки в таком матче высока. Пожалуй, поэтому встреча не баловала забитыми голами, однако по накалу борьбы выдалась яркой. Чего стоят одни только болельщики на трибунах стадиона Дагао. Именно они придали матчу особую атмосферу. С такой поддержкой стремление к победе у футболистов было не отнять. По классу оба коллектива примерно равны, и в отведенное для игры время они не смогли выявить победителя. Обладателя трофея пришлось определять в серии пенальти, где более точными оказались игроки из Казбековского района. Абидов! Разбег! Удар! Гол! Нефтяник! Проигрывает Казбек, чемпион! Казбек – обладатель Кубка Национальной футбольной лиги, друзья мои! Для нас, конечно, это было очень важно. И болельщики, отдельно хочу сказать спасибо болельщикам, которые приезжают на наши игры, которые сегодня поддержали нас и были девятым игроком на поле и помогли нам выиграть чемпионство. В спор за первый кубок НФЛ вступали 14 команд. Все они участники регулярного чемпионата. Проект носит статус официальных соревнований, проводимых под эгидой Федерации футбола республики. Вы сами видели, сколько болельщиков, сколько эмоций. Давно не испытывали, на самом деле. Серия пенальти была интересная. Вот. А проведение турнира, конечно, ребята проходили в Алмат. Наш друг, коллега наш обратился с помощью провести официальное так, мероприятие. Я думаю, мы проводим на хорошем уровне. Победители, помимо заветного кубка, получили денежное поощрение. Игру команд на официальном закрытии отметили известные тренеры, спонсоры команды, а также партнеры футбольного проекта. Ну, ребята молодцы, стараются, бьются. Это самое важное, что видно, что есть команда. Вы знаете, что-то может получаться, что-то может не получаться. Это у всех, и у больших профессионалов, и у маленьких. А вот то, что вы играете от души, то, что вы действительно являетесь командой, что одна команда мне понравилась, что вторая. Мы привыкли следить за чемпионатом России, за Лигой чемпионов, но таких эмоций, которые я испытал сегодня во время того, когда ребята били пенальти, ни одна Лига чемпионов, ну, по крайней мере, через экран телевизора не дает. Вы согласны? Отлично. Ну и телеканал ННТ, радиостанция «Ватан» на протяжении всего чемпионата НФЛ, на протяжении всего Кубка являлась партнером информационным. Мы будем продолжать озвучивать все итоги всех матчей. Обязательно Казбек мы приглашаем в прямой эфир. Вы должны всей командой прийти рассказать поподробнее о своей команде. На этом сезон у футболистов не окончен. В ближайшую субботу они вновь соберутся на этом поле, где подведут итоги чемпионата НФЛ и разыграют призовой фонд в размере 200 тысяч рублей. Курбан Рагимов, Муса Салгиреев, Хаджимурад Магаев, телеканал ННТ, Махачкала.